31 мая начнется научно-практическая конференция «Экологические аспекты современных технологий в химико-лесном комплексе». Ее организатором выступает Архангельский ЦБК. К участию приглашено научное сообщество и представители крупных компаний. Комбинат впервые инициирует обсуждение важной темы на большой площадке. Предстоит обмен опытом и мнениями о том, как обеспечить экологическую безопасность всех этапов производства целлюлозно-бумажной продукции. Программа конференции рассчитана на 2 дня. В центре внимания и ситуация в ЛПК, и климатическая повестка. Это экологические вопросы. Это внедрение наилучших технологий и решение этих вопросов. Это вопросы правовые, правовой деятельности предприятий и контакта с контролирующими органами, что чрезвычайно важно. С полной программой конференции можно ознакомиться на официальном сайте.